первом периоде Анапа взяла инициативу на себя. Хоккеисты разнесли противника из Краснодара со счетом 4-0. При этом «Айсберг» не потерял надежду на победу и во втором периоде забросил две шайбы в ворота соперника. Запланировано у нас вообще 20 человек заявки, приехало всего лишь, получается, 9 наших человек. Ну, во-вторых, команда новая, сыгранности не хватает, где-то в защите не дорабатываем. Ну, и хочу отметить, конечно, команду «Анапы», она, конечно, играет достойно. Завершающая часть матча напомнила спортсменам «Анапы», что расслабляться не стоит. Наша задача не дать сопернику развернуть атаку в нашей зоне, погасить его в скорости и... Как сказать, они бы, ребята, более молодые, более верткие, более быстрые. Поэтому мы должны против них найти какое-то противоядие. Что, собственно, наверное, у нас и получается сейчас. В течение всего периода борьба шла у ворот нашей команды. Тем не менее, финальный счет игры оказался 9-4 в пользу анапчан. Игра, на самом деле, очень прошла неожиданно для нас. Команда оказалась очень зубастой, как это показала игра. Не скрою, изначально были, скажем, насчет этой команды разные мнения у нас внутри в коллективе. Кто-то сказал, что это молодая команда, никаких сложностей с ней будет. И поэтому, может быть, вы если заметили, то игра сложилась не очень здорово, скажем так, какой-то период для нас. Они начали огрызаться, и огрызаться достаточно здорово. Сильная борьба была навязана во втором периоде. Наши игроки очень часто начали удаляться. Я хочу сказать, у этой команды, хотя она и новая в нашем чемпионате, она буквально заявилась месяц назад, у нее большое будущее, мне кажется. Молодцы ребята, так держать, молодцы. Дата проведения рождественских турниров открытого чемпионата края среди любительских команд станет известна уже в первых числах января.